Что? Ну, братан, у меня просто BMW, и оно в очередной раз сломалось. Да? Ты чё? Серьёзно? Наконец-то! Наконец-то! Это случилось! Я тебе говорил! Ты говорил, что станет... BMW, да? Я тебе говорил, тебе станет нет на бабки! Опять к папе побежишь, да? Просить деньги на ремонт! 6 цилиндров в ряд! У тебя ребенок халвы не ел, жена цветов не нюхала! Но ты такой крутой, на машине! Подожди, я знаю решение твоей проблемы! Вот, смотри! Мой папилат! 25 лет заводится... В любую погоду. Хочешь, и сейчас попробуем завести, он попробует завестись. Я тебе позорю. Короче, смотри. Значит, ключи, перфоратор. Значит, один набор, второй набор. Сейчас еще заедем, короче, в гараж, там сварочный аппарат возьму. Блядь, сейчас на сделаем гонку. Чувак, чувак, подожди. Так, а зачем это все? У меня просто предохранитель сгорел. Hello, darkness, my old friend. Я так хотел, чтобы это все зашло, чтобы я... Ты видишь эти руки? Сколько они гаек накрутили? Ты видишь эти губы? Сколько они солярии спили? Ты видишь эти глаза? Сколько они сварки посмотрели? Ты столько фильмов не смотрел? Ладно, братан. Раз ты меня поднял, я... Могу тебе помочь. Смотри, что у меня есть. Это заветная шкатулка. И тут, ты знаешь, что это такое? Ты знаешь, что обозначают вот эти циферки? Это детектор твоей машины. Он прочитает все, что есть внутри. Пойдем. Блядь. Извини, когда я вижу вот этот знак, блядь. Это твоя BMW? Нет. Тихо! Я слышу этот предохранитель. Он зовет о помощи. Я слышу, как он коротит. Значит так. Они не там, они с другой стороны. Значит так. Сейчас, чувак, нет, ну это багажник как бы. Самого завода просто большой-большой недочет, блядь. Это вот эта вся машина, понимаешь? Где подстаканник? Здесь подстаканник? Бля, давай скажем, что его нет. Только тебе надо, наверное, отсюда и рачком. Значит, тогда. Я тебе объясняю. Рачком – это, блядь, вся жизнь. Вот вас, блядь, владельцам BMW. И, блядь, не пиши мне нихуя в комментариях, уёбок, блядь. Я знаю, нахуй. Я, блядь, говорю правду. Все колхозники, блядь, у вас нет вкуса, блядь. BMW – это то же самое, знаешь, что блондинка с пятым размером. Никакого вкуса, блядь. Понимаешь, не то, что вот мы, мерседесоводы. Бля, чувак. Что? У тебя предохранителей? В раз 10 больше, чем у меня. Реально замороченная машина, блядь. Нахуя, блядь? Зачем? Да люди заводились двух, блядь, без предохранителей. Всю жизнь ездили, блядь. Так, смотри, для вас, долбоёб, на иностранном языке инструкция. Там нихера не понятно. Радио, блядь. Видишь, что у тебя непонятно? Это не радио, надо прикуривать. С половиной, блядь, где прикуриватель? Прикуриватель. А как он называется? А как прикуриватель? Да, бля, чувак, если бы я знал, я бы тебя не просил. Давай сначала не обходим. Короче, по порядку. Сначала... Так они где-то... Оно где-то... Мой, встали. Чувак, мой вердикт... Капиталка, блядь. Подъем башки. Это серьезно, говорю, сразу, блядь. Смотри, если этот не работает, подъем башки сразу, блядь. Я тебе говорю. Не работает, блядь. Нашел? У тебя тут половина предохранителей нету, ёб твою. Придумали для вас, да блядь, знаю, обсосов. Я знаю, так не надо доставать. Обсосов, блядь. Ёб там мультиметром сраным потыкай просто, я тебя прошу. Куда, блядь? Вот, тыкаю, ничего не звонится, нихуя, блядь. Как это? Ну, ничего, подъём башки, я тебе говорю, блядь, у вас. Жрёт масло, блядь, уже прямо это мы стоим, уже жрёт масло. Как не пикает? Ну это ж везде. Ты, может, не то что-то поставил на мультиметре? Да то оставил, блядь. Все погорело, блядь. У тебя машина, как у тебя еще машина не загорелась, блядь. Чувак, надо доставать каждый предохранитель, блядь. Смотри, я тебе объясняю. Вот, смотри. Объясняю. Нет, ты не палывай, смотри. Ты
Ты слышишь? Ну. Этот звук смерти. Так что, значит, у тебя не должен. Пищит, но не может быть такого. Тебя должен, блядь, пищать, нахуй. Рабочие, блядь. Ну. Рабочие. Вот это не рабочие, 30-й. Нет, рабочие. Сейчас. Шли нахуй всех, шли блядь. Нахуй. Своих друзей БМВшников. Все нищеброды, ты должен унижать людей на этой машине. Унижать, забирать. У меня оргазм происходит, когда, особенно на переключениях. На! Вот тут видел? 4 на 4 ошибочка. Что случилось? А что за звук больше? Ты раздатку сломал. Не может быть. Все, приводу пизда. Блять, да ну нахуй! Выключай нахуй, это никому не интересно, говно. Подъем башки, блять! Все, чтоб знали, владельцы BMW, подъем башки вас жрет масло, блядь. Говно, блядь, какое-то. Смотри, ну кто так мог придумать, блядь, китайскими пальцами, блядь, выдергивать, заеб... Смотри, значит, у тебя предохранитель называется Japan Korea, блядь. Это вот Корея, это место производства твоей машины, блядь, вся суть этой машины. Что нахуй, дизель, блядь, у тебя дизель или что? У тебя ж, блядь, бензин, ёб... Сигарет лайтер, блядь. Сигареты лайтер, блядь. 47-26. Шлёпки баварские написать не могли, блядь, большими буквами русским языком, блядь. Мы ж вас победили, уёбки. Ти-дин! Подожди, вот ты нашёл его? Я его услышал по нюху. А вон он оборван, посмотри, да? Посмотри, пизда ему, блядь. Пизда ему по чём. Я хотел поближе мне показать, дай покажи. Ты ее сожрешь от злости? Так, нам не хватает 40-амперного предохранителя. Надо найти похожую BMW. Слышу, где-то запахло гнильцом. Я думаю, что брат BMW поддержит брата. Погнали! Он даже не заметит, просто у него подушки не сработают. Ну что, хозяин, проверяй работу. О, блядь, работает. Я тебе говорил, эти руки все помнят. A few moments later. Слушай, может пятерку долгонишь до конца недели? Бля, чувак, у тебя что, денег нет? Ты ж на Мерседесе заебал. На днях канал, блядь, раскручу, там видео, блядь, бомбическое будет. Я скуплю всех, нахуй. Тебя, блядь, вместе со своим домом, блядь, скуплю. Да? Я тебя за... Просто пятерочку для развития. Да, ну, братан, держи. Бля, BMW-сты, вы друзья мои, я всегда вас любил. Я говорю, самые охуенные машины, самые, блядь, лучшие. Мерседес вообще рядом не стоял. Да, братан. Спасибо, брат. Давай. Сломается, звони. Ну, я тебе сразу сказал, подъем башки, масло жрет, блядь. Колевал по замену, блядь.